Приветствую всех любителей вышивки, с вами Оксана Дереза. И сегодня у меня обзор набора из фирмы Золотое Руно. Это серия «Дальние дороги», дизайнер Сафронова Надежда. Размер работы 29,8 см на 38 см, ну, почти 30 на 40, да? Вот такой загородный дом. Показывая видео о посылочке с мировышивки, я говорила о том, что вот такой дом – это, конечно, моя мечта. И чтобы он был весь такой в зелени, тоже в цветах. Посмотрите, здесь вот тут еще, он же еще и на берегу озера, и это тоже моя мечта. Вот такая. Вот такой замечательный дом. Вот. И я говорила о том, что здесь чем примечателен этот сюжет. Один из тех редких сюжетов, когда в вышивке фирмы «Золотое Руно» применяется и бэкстич, и даже французские узелки. Я не говорю, что совсем никогда такого нет у фирмы «Золотое Руно», но встречается достаточно редко. Ну, посмотрим, насколько простой или сложный этот сюжет. Посмотрим обязательно с вами поближе схему. В этом наборе, как всегда, в последнее время положен подарочек. Вот такие ниточки. Ну, что-то вот меня вот этот подарочек немножко расстроил, в том плане, что три каких-то оливковых цвета одинаковых, два белых цвета. Ну, думаю, ладно, пусть будет так уже. Подарок даренному коню в зубы не смотрят. Болгарские ниточки катоновые, хлопковые. Вот, с номерами тоже, кстати, вообще неизвестный мне марка, неизвестный мне производитель. Так, и вот здесь есть купон на 15%. То, что мне говорили, обязательно, Оксана, загляни. Вот именно в официальном магазине интернет-рукоделия. Это очень здорово. Может быть, я воспользуюсь обязательно. Пусть он будет. Я хочу, интересно, на вот эту серию, которые по индивидуальным заказам надо собирать, вышедшие из производства. Интересно, если можно, то это будет очень здорово. Этот набор можно заказать на официальном сайте, ну, еще, по-моему, пару магазинах, и все. Иголочка, скорее всего, 26-я. Белая канва, вот такой кусочек. 4 раза формата А4, да? Тоже, кстати, вот она такая вот подкрахмаленная, наверное, немножко. Нет, я вот покупала Цвайгард, я еще помню, своих котиков натянула на от Dimensions, натянула на эту Цвайгард, она там показалась слишком мягкой. Здесь, мне кажется, канва, что все-таки немножко обработанная для придания такой как бы жесткости. Ну, посмотрим. Обязательно надо будет потом посмотреть, когда начну вышивать этот сюжет, обязательно сравню с теми отрезами, которые я покупала отдельно, не в наборах. Что-то мне кажется, вряд ли производители будут заниматься тем, что специально обрабатывать канву Цвайгард. Вот, посмотрите, какие цвета. Боже мой, какая красота, какие здесь цвета, как мне нравится. Обожаю вот эту палитру. От мятные, бирюзовые, нежно-зеленые, светло-зеленые, до изумрудных. Я очень люблю эту палитру. Вот здесь вот, посмотрите, какие цвета. Мятные оттенки вообще обожаю. И их так много, ими тут достаточно прилично вышивается. Интересно, где и что, да? Вот я вижу, вот здесь немного есть такие оттенки, вот здесь немного. А небо, наверное, небо такое красивое, бирюзовое вообще. Будет очень приятно и интересно повышивать. Белый, 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 белый. Если тут белые облака все-таки у нас. Ну, я бы, да, немножко есть белого оттенка. Коричневых. Ну и вот. Вот это вот не самая любимая, конечно, моя палитра, но этим будет вышиваться дом, я так понимаю. Этот самый загородный дом. Ну ничего, ничего. Зато посмотрите, сколько других. Вот эти тоже, в принципе, нравятся оттенки такие. Всех цветов зеленого, да. 50 оттенков зеленого. Ну, потому что это пейзаж. Почему всегда вот парадокс такой вышивальный? Очень нравится, как выглядят сюжеты в зеленых и вот бежево-коричневых тонах, но не очень нравится вышивать этими оттенками, да? Больше нравится вышивать вот такими всякими красивучими, яркими. Я обожаю желтые, оранжевые, и коралловые, и розовые, и красные, и фуксии, и все такое, вот всякие все фиолетовые и так далее, и так далее. Вот, но получится замечательно. Здесь вот целых три планшетки с
57 ячеек, но это потому что есть повторные, да, вот, допустим, видите, 34-35 это повторно, 36-37 повторно, много вышивается именно этими цветами, вот здесь 27-28, 29-30, по два отверстия на органайзерах для одного цвета, вот этот вот мятный тоже два, что меня радует, что меня бесконечно радует. Вот такие очень красивые ниточки, красивые цвета. Нарезка стандартная для золотого руна. Я поэтому даже на ней не останавливаюсь. Она где-то 60 сантиметров. И у нас участвует 6 фрагментов, 6 листов схемы будет. Ключ. В ключе, вот, пожалуйста, я хотела вам показать, да, что есть у нас количество пасум, я так понимаю, да, а это вот у нас идет сначала крестом две нити, достаточно много, потом вышивать крестом один бленд, обратите внимание, здесь всего один бленд вообще, видите, дальше вышивать полукрестом две нити, и бленда еще есть полукрестом две нити целых три. Вот блендов вот здесь вот в полукресте целых три. Французские узелки, они идут только одним цветом. В две нити выполняются эти узелки. И три вида бэкстича. Контур вышивается в две нити. Вот это новость для меня, что бэкстич будет здесь в две нити. Ну что ж, ну да, по всей видимости, потому что там что-то на крыше вышивается, да, бэкстичем. Поэтому надо, чтобы такой он был более четкий. Может быть, даже здесь или бэкстич, или выкладную нить посмотрим. Но здесь три вида бэкстича. А вот и французские узелки, а вот еще вот здесь. Это забор, наверное, да? А где еще, не могу найти. Ну, ладно. И французские узелки, скорее всего, это будут вот такие вот. Так, бэкстич крышу нашла. И вот здесь заборчик. Так, пока больше не нашла нигде. Вот здесь французские узелки, скорее всего, и вот на балкончике. А может быть, только вот на балкончиках. Посмотрим. Так, бэкстич нашла только два вида. Ну, давайте посмотрим приблизительно, что собой представляет схема. Ну, это стандартная инструкция. Да, вот он бэкстич, у нас сразу крыша видна. Ну, как всегда, вот что радует, да, посмотрите, какие огромные участки одним цветом, и какой замечательный сюжет получится, никаких вам одиночек, ничего такого здесь нет, может, я вам показываю, да, вот была права, на балконе французские узелки есть, дальше это низ, угу. Очень большими участками вышивается, это вода, низ. Ну, схема, как видите, сами вот посмотрите. Ну, тут дом вообще он легко вышивается. Думаю, что будет не сложнее вышиваться, чем вот вышивался у меня предыдущий пейзаж. Ну, вот бэкстич, вот этот еще деревья нашла, третий вид. Его на скрине не так хорошо видно. Не на скрине, а на титульном листе, да? Потому что там где-то в деревьях еще. То есть забор, деревья, по всей видимости. Не вижу я здесь просто в отшиве этого и на крыше дома. Ну, в общем, схема меня тоже порадовала, потому что, ну, как нельзя порадовала больше. Уже куда уже больше, потому что она замечательная, легкая. Вот. Да, в каких-то кустах еще идет бэкстич. Большие, посмотрите, какие большие участки одним цветом вышиваются. Очень здорово, очень приятно. Но вышивать я буду этот сюжет уже после того, как закончу Мадонну, наверное. Посмотрю. И, может быть, наверное, Алые паруса. И тогда возьмусь за этот коттедж. Хотя очень хочется приступить сейчас, сегодня, да, и вчера приступить. Но очень мне понравилась эта новинка. Замечательный такой. Я, знаете как... Не так уж и часто мне нравятся именно такие вот сюжеты с домами, с какими-то, с коттеджами, замками. Их не так уж их много. Если, допустим, у меня подружка, она обожает подобного плана сюжеты, у нее что ни возьмись, у нее замки, кареты, домики, коттеджи и так далее, хижины, чего только нет.
вот всевозможные архитектурные сооружения. У меня достаточно мало таких сюжетов в любимках, поэтому выбираю только самые-самые-самые. Ну, очень красиво, конечно, я довольна. Единственное, вот здесь, наверное, составит небольшую сложность вот этот участок, вот потому что здесь даже вот на вышивке видно, что такой немножко разбег. Ну и, конечно, в цветах. Ну и, конечно, зелень, ну ничего, тут не так уж ее много, и она такая вся активная, красивая. Вот такой замечательный просто набор. Великолепный, я считаю, очень мне нравится. Так что проработка шикарная, как мне кажется, во всяком случае. Потому что, знаете как, даже на титульнике вот «Часовня на берегу» мне не очень нравился сюжет, но когда это вышилось и оформилось, получилось ну просто великолепно и чудесно. А здесь мне уже сейчас нравится все прям до полнейшего восторга. Представляю, как это будет замечательно смотреться ваш в отшиве. Ну, еще раз давайте полюбуемся ниточками, какие они красивые здесь. Просто загляденье. Вот, ну и на этом у меня все. Надеюсь, вам этот обзор был полезен и интересен. Если понравилось это видео, ставьте лайк. С вами была Оксана Дереза. Пока-пока!